Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Указом президента России Владимира Путина на должность начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Руслан Яковлев. Сегодня нового руководителя главе республики Рашиду Тимрезову представил командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров. Он отметил, что профессиональный опыт и личные качества Руслана Яковлева станут основой успешного руководства веренным региональным управлением и помогут в выполнении поставленных задач. Руслан Яковлев свою трудовую деятельность начал в Федеральной службе России по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. С 2016 года продолжил свою службу в войсках Национальной гвардии, где занимал командные должности, награжден медалью орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Рашид Тимрезов поздравил нового руководителя и поблагодарил Сергея Захарова за всестороннюю поддержку регионального подразделения и эффективное взаимодействие с органами госвласти по Карачаево-Черкесии. Глава отметил, что управление Росгвардии по республике служат высокопрофессиональные военнослужащие, настоящие патриоты своего отечества. С первых дней начала проведения СВО под руководством предыдущего руководителя Андрея Пархоменко росгвардейцы выполняют поставленные задачи. Руководство региона с ними находится в постоянном взаимодействии и оказывает различные меры поддержки как им, так и членам их семей. С новым руководителем тесное взаимодействие будет продолжено. Карачаево-Черкесии подвели итоги Всероссийского педагогического конкурса «Учитель родного языка и родной литературы». Награждение лауреатов состоялось в амфитеатре Черкеска при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и главы республики Рашида Тимрезова. Подробности у Артура Мхце. Продолжавшееся почти неделю состязание между педагогами из более чем 7 десятков регионов России должно было определить не только лучших в своем деле учителей родного языка и родной литературы, но и наиболее передовые и оригинальные методики преподавания. Могу создавать эмоции. Могу делать так, чтобы дети сопереживали вместе со мной и были сопричастны к той деятельности, которой мы занимаемся на уроке. Профессия учителя будет жить. Представитель Владимирской области Артем Гусев получал образование в столичном вузе, после чего вернулся, чтобы преподавать русский язык как родной в своем городе Гусь-Хрустальном. И вот теперь он один из претендентов на победу во всероссийском конкурсе педагогов. Когда все задания были выполнены, настала очередь томительного ожидания. Впрочем, для этих людей уже само участие в финальном этапе можно считать победой. Ведь позади остались тысячи коллег из десятков регионов страны. Перед торжественной церемонией с учителями и присоединившимися к ним финалистами Всероссийского конкурса среди воспитателей встретились министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Оба поблагодарили конкурсантов за те знания, которые они несут детям, за терпение, заботу и желание сохранять языки и культуру народов. Изучение родного языка начинается с детского сада, с дошкольного учреждения. Конечно, важно поддержать и показать значимость воспитателей дошкольных учреждений, которые прививают родной язык. Мы должны говорить о том, что все хорошо у нас в плане родных языков. И опять же, здесь ответственность нельзя перекладывать только на образовательную систему нашей страны. А в первую очередь надо говорить о том, что родные языки идут из дома, с улицы, с села, из общения там между детьми в первую очередь. Но вам за ваш труд низкий поклон и слова благодарности. И вот кульминация всероссийского конкурса. В амфитеатре названы имена тех, кто, по мнению экспертов, показал себя чуть лучше остальных. Первое место среди учителей родного языка и родной литературы занял представитель Владимирской области. Завершившийся в Карачаево-Черкесии профессиональный конкурс уже можно считать частью истории. Впрочем, самим его участникам он наверняка запомнится как событие, которое помогло познакомиться с новыми людьми. Лучше узнать педагогические методики коллег из других регионов, что-то перенять для дальнейшей успешной деятельности. Артур Мхце, Олег Молхожев, «Вести Карачаево-Черкесия».
Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обсудили вопрос изложения в учебнике истории России для 10-11 классов исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был и репрессированный карачаевский народ. Было отмечено, что уже более недели назад над этой темой работает рабочая группа, в которую вошли главы субъектов, чьи народы были репрессированы, руководство Министерства просвещения России. Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий и заверил о готовности привести ее в порядок. Все предложения по внесению изменений будут согласованы с рабочей группой. Многонациональный народ нашей страны, в том числе и представители репрессированных народов, во все времена истории вставал единой стеной за Родину. В годы Великой Отечественной войны представители карачаевского народа наряду с другими мужественно защищали родное отечество. Сейчас наши военнослужащие тоже выполняют одну общую задачу в зоне проведения СВО. Многонациональность – это всепобеждающая сила России, говорит президент России Владимир Путин. На этом строится единая государственная национальная политика. Репрессии в отношении народов всегда характеризовались президентом как несправедливость и преступление. Рашид Тимрезов считает недопустимым искажение исторической правды о репрессиях, которым подверглись представители целых народов, и выразил благодарность министру просвещения за решительную поддержку в данном вопросе. Уверен, наши дети будут учиться на точных формулировках и получать объективные знания о героическом прошлом многонационального народа нашей великой родины России, отметил глава Карачаева-Черкесии. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, а днем 19-24 градусов тепла, а местами до плюс 19. В южных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкеске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 12-14, а днем 21-23 градусов тепла. В Москве состоится международная выставка-форум «Россия». На ней будут представлены важнейшие достижения нашей страны в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Программа выставки насыщена, помимо деловой части, будет культурно-развлекательная. Мероприятие направлено на дальнейшее международное сотрудничество России. Чем удивит Карачаево-Черкесия, расскажет Альбина Ламкова. Исключительность и превосходство России. Подтверждением этого факта станет международная выставка «Форум Россия». Она состоится в Москве по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. На ней представят достижения в различных отраслях экономики и социально-культурной сферы. Каждый регион нашей страны расскажет о своей уникальности. Стенд Карачаево-Черкесии планируют разбить на три зоны, где можно будет узнать о самобытности, достижениях и возможностях нашей республики. Воздух, можно пить. Все отлично, все очень нравится. У нас Россия большая, мест много. Пока это самое красивое место. Да, пока да. Из всех, где мы были в России. Карачаево-Черкесия по праву считается одним из старейших регионов России по развитию туризма всесезонного. Удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, обилие природных и многих других туристических ресурсов, густая населенность предгорий и гостеприимство местного населения делает Карачаево-Черкесию регионом, одним из наиболее привлекательных для посещения туристами. Поэтому в концепции выставочного зала одной из зон стала ближе к горам. В ней представлено уникальное многообразие природы нашей республики. Богатство нашей многонациональной республики – это люди. Каждый народ заслуживает внимания своей необыкновенностью и колоритностью. Быт, кухня, культура и традиции – все это представят в зоне ближе к людям,
на международной выставке форуме «Россия». Карачаево-Черкесия по праву считается астрофизической столицей России. Высоко в горах, между станицей Зеленчукской и поселком Архыз, на высоте 2100 метров над уровнем моря, расположен самый крупный астрономический центр. В нем используют уникальное оборудование. Его применение позволяет ученым изучать далекие звезды и галактики. Для того, чтобы гости могли прочувствовать масштабы специальной астрофизической обсерватории РАН, разрабатывают удивительный макет Вселенной. Он будет представлен в третьей зоне, ближе к звездам. В рамках международной выставки форума «Россия» запланирована обширная образовательная, культурно-развлекательная и деловая программа. Конечно же, наша республика гордится и славится не только ее жителями, красотой природы, но и достижениями в самых разных сферах. Последнее десятилетие отмечено высоким развитием промышленного сектора. Реализованы прорывные проекты в туризме, социальной сфере и сельском хозяйстве. Яркий тому пример – сады Карачаево-Черкесия. Каждый год республика получает высокий урожай фруктов, созданы новые рабочие места. Должен сказать, что люди настроены. У людей есть настрой, люди с позитивом собирают, и это радует. Совсем скоро, 4 ноября, территория ВДНХ станет главным местом демонстрации важнейших достижений России. Мы призываем всех жителей нашей страны найти возможность прийти на эту выставку, посетить ее, ознакомиться с многообразием нашей страны, с ее потенциалом, с возможностями. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Горец душой поэта. Под таким названием в Учкекене прошло мероприятие, посвященное столетию Расула Гамзатова. На нем говорили о творчестве поэта, читали стихи, исполняли песни на его стихи на родных языках. Подробности у Али Баташева. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие болей. Эта песня, узнаваемая с первых строчек, самое известное произведение Расула Гамзатова, положенное на музыку. Поэт написал его после посещения мемориала девочки Садака Сасаки в Японии, умершей от лейкемии вследствие ядерного взрыва в Хиросиме. Девочка надеялась, что выздоровеет, если сделает 1000 бумажных журавликов. Но чуда не произошло. В самолете при возвращении на родину Расулу Гамзатову сообщили трагическую новость о смерти его мамы. А еще он вспомнил о погибших в годы войны земляках. Эти впечатления легли в основу стихотворения, писал поэт в статье «В небе журавли». «Стихи не возникают из мелочей, я цитирую. Они начинают звучать в такт с чувствами, родившимися после глубоких потрясений. Я подумала о своих братьях, не вернувшихся с войны, о 70 односельчанах, о 20 миллионах убитых соотечественников. Они постучались в мое сердце, скудной чередой прошли перед глазами и на миг, показалось, превратились в белых журавлей». В литературной гостиной библиотеки прозвучали стихи и песни поэта в исполнении театра поэзии «Кредо» из Пятигорска, коллектива «Трио Созвездия» и школьников из Малокарачаевского района. Много говорили о значении творчества Расула Гамзатова. В каждом своем произведении Гамзатов провозглашает общечеловеческие ценности. Родина, мать, дружба, любовь, верность, совесть, порядочность, мужество – это общечеловеческие ценности, на каком бы языке ни писал бы поэт. Перу Расула Гамзатова принадлежат тексты хита Валерия Леонтьева «Исчезли солнечные дни», «Я тебя никогда не забуду» Юрия Антонова и многих других. В этом заслуга не только гения поэта, писавшего на аварском языке, но и таланта его переводчиков, отмечали выступающие. Впервые песня «Журавли» прозвучала и на карачаевском языке. Ее исполнил Кемал Узденов. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.
Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Доктор Краснов». Всего хорошего и до встречи в эфире.